Если кто-то изнывает от испепеляющего зноя, это явно происходит не в Норвегии. Даже теплый гольфстрим не помог жителям этого скандинавского королевства. В горах прошел мокрый снег, но потомков викингов и отважных путешественников устрашить холодом, пусть и летом, практически невозможно. Нет плохой погоды, есть неподходящая одежда. Я, когда провожу экскурсии, всегда об этом напоминаю. Вообще-то нас захватила ситуация врасплох. Мы поменяли только что резину на летнюю. Как мы будем спускаться в долину? Норвежские дороги считаются одними из лучших в мире, но осторожность на виражах не повредит.